Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем в Стражи Галактики. Давайте продолжим. А, Питер Квилл, вперед к дворцу Великой Великанши! Так, к дворцу Великой Великанши. О, так теперь она великанша? Говорят, леди Хеллбендер ростом в 50. О чем мы имеем? Ни о чем не говорит, смотря чьи головы. Ты видел Регилиан? Да, у них нелепые головы. Так, это что такое? Так, неизвестные щупальца. Так, ладно. Как давайте. Мне, так век бы не видеть. Что это такое? Вот с этим я согласен. Так. Чафхаук. Мак-Ата Чафхаук. Леди Хеллбендер поручила нам невыполнимое задание. Она хочет, чтобы мы расчистили все упавшие на планету корабли. Не хочет, чтобы хлам Чатаури и сопротивление валялся у нее в лесу. Но его так много. А еще там звери всякие. А что насчет мостов? Они некрасивые, но полезные. Мосты тоже убрать? А куда потом? Наверное, она на нас разозлилась. И это наказание. Но кто будет убирать хлам, если храмовщиков съели звери? Может, ей наплевать на нас? Вообще на все наплевать. На зверей только не наплевать. Но любит зверей. Так, понятно, зверушек трогать не надо, по идее. А мы тут одному хвост срезали. Так. Подожди. А как это достать? Подожди, надо было... Нет, не так. Вот как? О нет, еще одно щупальце. Осторожно, оно может притворяться. Недружелюбное чудовище. Ну, зато ушло. Своей матери, леди Хеллбендер. Да, сомневаюсь. Как мне его достать? С какого боку? Почему леди Хелл так популярна? Смотрительница зоопарка на худшей планете в галактике. Вот сюда. Криминальный авторитет. Блин. А правда они похожи на кучку маленьких так ракет, это что? Прячущихся от дождя. Скульптура убежище. Ну, ничего себе убежище. Так. Дракс, сдвинься немного правее. Зачем? Так, а мне с тобой поговорить надо, да? Разрешаю тебе спрятаться. Ну за давай. А ты классный, Грут. Эй, раз уж есть минутка, ты знаешь ракету гораздо дольше меня. Я есть Грут. И знаешь, что он бывает непредсказуем, даже импульсивным, вздорным. Я есть Грут. Мне интересно. Он справится со всем этим. Я есть Грут. Звучит как да. Класс, спасибо. Так, ладно. Ты что делаешь, женщина? А вот здесь вот... Меня у тебя же Лена стала. Есть что-нибудь вот здесь? Не чистишь. Нет, нету. Твой мех я трогать не буду. Что? Я чистый. Мы пользуемся одним шампунем. Ладно. Грут почему-то где как-то... Где хотела, там и носила. Ты прошел? Это секрет. Что нам так известно? То есть мы сможем поторговаться, если так она не лишит. Блин. Как тут перехватывать надо? Я сюда один полез. Я знаю. Я исследовал окрестности. Разве мы с этим еще не закончили? Уверенно исследовал, это эвфемизм. Это значит, что он заблудился, но этого не признает. Ну тогда Квилл величайший исследователь галактики. Так. Стой, если я туда пойду, мне обратно-то уже не вернуться, я так думаю. А я еще не просмотрел, он там.
пути. Это вот что такое? Ракета на Милана есть средства от обморожения? Боишься, что Квилл промажет из своей пушки? Так. Ему это свойственно. Я есть. Да ладно. Почему мост вечно не с той стороны? На этот раз я требую бросить грызуна. А я требую, чтобы мы столкнули крепыша с обрыва. Требую. А затем... Так. Труп! Труп! Давай. Сколько мне повторять? Мы не будем швырять ракету. Глупо. Мы теряем время, чтобы пощадить чувства зверя. А он щадит наши. Опусти его. Енота я не дам обиду. Тебе уроком. Так, подождите. Вот мне вот так вот будешь в этом ходить. За то, что ты обижаешь хомяка. Ты тоже выглядишь без этого лучше. Один я буду только выделяться я с енотом. Тебя урок. Хватит вам уже. Мы профессионалы. Мы выше этого. Я не останавливаться из-за жалкого сооружения Читаури не хватит. Тогда хватит тратить время. Найдем способ перебраться. Смотрите-ка. Ребята, я что-то нашел. Проход. Интересненько. В случае нападения не будет места для маневра. Мы так. Здесь ненадолго. Кто-нибудь видит проход? Проделаем, если придется. Так. Вы тоже заметили? Тут ужасно воняет. Да, спёртый. Используйте лоб. Свой визор, использую. Ай, брат, мне хвост. Что это такое? Да. Причём взаимодействие, явно, структурная уязвимость. Дракс, можешь пробить им вонючую стену? Да. Боюсь, я об этом пожалею. Какой могучий аромат после тебя. Да. Как будто груда стащила. Вау! Что это за желе такое? Вся своя пляска. Так, это странно. Эй! Это что такое? Есть кто? А внутри кто-то есть. Ладно. Это меня взбодрило. Зачем леди Хеллбендер зверь в клетке? Хвост ее знает зачем. Может, это еда? Это еда? Да, для чудищ. А вкусно, интересно. Как вариант. Питер. Может, прав оказаться. Это пригодится. Знаешь, еда чудищ? Клетка. Понял? Как без клетки? Вкусовые? Если мы зайдем в крепость с нашим чудовищем, мирно идущим рядом, нас сразу засмеют. Касается? Ты чего шепчешь? Груд, не трогай эти щупальца. Гамора считает, мы будем выглядеть убедительнее с настоящей клеткой. Одна проблема, в ней бешеное чудовище. Выпускай зверя, я от него избавлюсь. Ну да, в прошлый раз отлично получилось. Нам нужен план получше. Да, в идеале он должен гарантировать мою безопасность. Ну да. Груд молодец. Так, давай. Запусти! Будет больно, но быстро! Эти чудовища безупречны, как и их королева. Это не выставка кормочка! Давай. Хотят сожрать! Бей его! Подожди ты! Может, они хотят вернуть клетку? Им скорее интересует другая добыча! Так. Давай, вали его! Он сломлен! Не останавливайся! Природная защита этого зверя весьма внушительна! Отлично! Бей по бузу, всяко будет больно! Давай, грани пушку! Ты будешь висеть в моих покоях!
Давай. Сейчас будет захреначит ее. Хвост оторвал. Красавчик. Подержи-ка ее. Я стреляю ему в спину, а пули как будто отскакивают. Живот вроде бы мягкий. Подорви ее. Ну-ка. Она будто не замечает свои выстрелы. У каждого есть слабое место. Ну-ка. Приготовься к смерти. Вот и слабое место. Покромсаю. Давай, давай, давай. Я тоже сейчас отгреначу его. Перезакрепленную штурмует последняя не пробиться. Это первоклассный хит. Ты вообще за кого болеешь, как? Давай, давай. Я его загасил. Это я его убил. Еще. Ко мне, звери. Ты пойдешь со мной. Вау, это клетка. Здорово. Нужно спешить. Сначала дождь, потом желе, затем вонючие склизкие проходы, а теперь чудище. Ненавижу эту планету. Ракета, ты все ненавидишь. Верно. Подождите. Особенно этот вонючий склизкий туннель. Зудящая шкура — это перебор. От нас необычайно воняет. Так, ладно. Ага, сильнее обычного. Эй, мы команда. Нужно вонять дерьмом, будем вонять вместе. Славно сказано, Питер Квилл. Я буду вонять дерьмом с тобой. Вот. Да, молодец. Прекрасная речь. Так. А мы не можем отсюда вот сразу перебраться-то? А вот и нет. Что говорит древо? Что влага нам на пользу. И ладно. Что мы от нее вырастем. Тебе это не поможет. Я согласна с Грутом. Жидкость — это полезно. Но не столько же. Так, ладно, давай. Тебе нести? Вообще нет. Если внутрь поместить монстра, он тоже уменьшится. Типа того, эта штука зажмет что угодно до кучки плоти. Ну давай, сетевой супер интерфейс локальной сети, соединяющий на так поблизости устройство. Доступно. Енот, иди сюда. Ну действуй. Соедини мост. Я не понимаю, почему ты не хочешь. Ах, на Сикнарфе о дорогах не слышали? Для них пришлось бы вырубать джунгли, а это привело бы к уничтожению части. Давай, енот, ну поговори со мной. Так ей и надо. Ладно. Сигнарф 9, заповедник. Говорят, если бросить хоть немного мусора, глядя... Куда мне тут идти надо, чтоб... Так, назад пройти. Это все байки. Подождите, я ничего назад не могу пройти. Когда и у нас будут реактивные ботинки? Требуются годы тренировок, чтобы пользоваться ими. А у тебя были годы тренировок? Нет, но были у их прежнего хозяина. Ты их украл. Он умер. Так. Врезался в вентилятор. Мы посюда заходили, по-моему. Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. А кто у нас следует трон, если с Леди Хеллбендер что-то случится? Вдруг она бессмертна? Никто не бессмертен. Даже сама смерть. Обалдеть, ты это сказала с серьезным видом. Блин, давай. Мне кажется, я лоханулся и упустил вон там что-то. И Грут-то со мной шел еще. Специально для этих целей. Так, а если с Леди Хелл по-хорошему не выйдет, драться с ладно. Ней будем? Из нее получится грозный противник. Леди Хеллбендер нам не враг. Если все пройдет по плану, она станет нашим партнером. А потом поверху вернуться если надо было. Не по плану, станет ясно, что надо было продать Грута. Вот так вот.
Но мы не можем, да, вернуться, я как понимаю. Все, закрыт. Проход закрыт. Или как-то можно? Нет. Твою ж мать, ну почему? Вот оно уже интерфейс есть, все. И даже не целится. Давай. Реагируй, дай мне подсказку. Найти путь через утесы. Так вот, интерфейс локальной сети соединяющий. Кто мешает еноту? Тварь эта вонючая. Ладно. Вот смотрите, его, смотрите, вот енот-то со мной идет, значит, он нужен там. Где ты? Вот, видите, я подхожу, и енот идет. Вот. И почему он не действует-то, енот? Понимаю. Так. Поговори со мной. Или как-то надо особенно. Вот, он опять убежал. Я сюда прибегаю, и он прибегает. Доступное взаимодействие, вот смотрите. Енот. Ну, енотишка, ну давай. Что тебе надо для этого? О, что-то преимущества какие-то. А, это мне раскачиваться, прокачиваться можно. Ну и ладно, а, это, видимо, до этой решетки надо было, до зверя сделать. Ладно. Может быть, потом на обратном пути. Здесь вот нормально же проходит. Мост. Крепость прямо вон за теми скалами. Уверен, нам сюда, но не вижу простого способа забраться. Простой не значит лучше. Может быть. Но мне нравится. Что видим? Это что у нас? Так, доступ взаимодействия гейзер. Периодически извергается. Судя по данным молекулярного сканирования, может быть заморожен. Да, блин. Стой! Вот сюда.
Блин, я еще и вниз упал. Заморозка. А можно мне попробовать? Нет. Нет. Вот ты кайфоломщик. Блин, вот так вот. Мы собираемся торговаться с леди, сколько запросим за монстра? Только мне. 5 миллионов плюс-минус 2. По одному за каждый волосок на этом безупречном деле. Ты их считал? Как необычно. Да. Есть что считать. Локальной сети, соединяющей находящейся поблизости устройства. Блин, эти-то ушли. И енот ушел. Ну что, вы идите? Развлекайся, Гамора. Давай. Меня ждете. Без меня, ну ничего сделать не можете. Беги, Форест. Так. Перелетели. Пойдем, пойдем. Гейзер. Может быть заморожен. Перелетели. Нормально пока. Ой, так вы не поверите, я бы мог и отсюда вот чу, на своих супер сапогах. Ты ешь грудь, я знаю, эта давайте. Крепость точно входит в десятку лучших. Какое-то полуяйцо. Такая неваляшка. Крепость неваляшка. Урод, мне хвост. Ты же говорил, что чудовище в карантинной зоне редко. А у нее их целая стая? Значит, мы теряли время. Чуть не сдохли просто так. И нас арестовали. Было весело. Это было немного забавно. Теперь у нас на корабле тикает бомба, и мы задолжали копам. Нет. Народ, каждый неверный шаг был шагом к воплощению нашего самого лучшего плана. Что, прости? А если бы мы притащили это мерзкое чудище сюда и узнали, что у леди Хелл и так полный набор? Мы бы знатно облажались. Именно. Если бы вообще добрались. Что, если бы корпус перехватил нас, когда мы тащили эту тварь? Они бы забрали чудище. Видите? Все складывается. Да, несколько хаотичным образом, но план работает. План работает. Блин. Пойдем. Давайте покончим с этим. Давайте. Кого вот ловить-то будем сейчас только? Видите, как быстро тут все происходит? А мы какими-то там зигами да загами. Это что, шутка? Перебираемся. Такая? Значит, идти нам подальше. Намного. Да это какой-то мост бесконечности. Ты преувеличиваешь, Крысу. Мост заканчивается у крепости, значит, конец есть. Да, это обнадеживает. Тогда пошли. Три цикла. Подожди. Ты ничего не забыл? Я есть Грут. А, точно. Клетка. Мы для того ее и тащили, чтобы выглядеть посерьезней. Ладно, ракета. Давай, изобрази монстра. Мне и так видно, Квилл. Ты уверен, Питер? Глянь на него. Понадобится все твое красноречие. Так. Нет. Напомни-ка мне. Сколько на нашем счету походов? 13. 14? Считай контраксию. Контраксия не поход, а ошибка. Так вот. Суть в том, что я смог выдать тебя. Гамору, дочь Таноса, межгалактическую убийцу, за героя. Столько раз. Класс. Думаю, он сказал свое слово. Так, надеюсь, тебе там удобно. Почему клетка там стала меньше? Была до этого больше. Нет. Почему? Чтобы гарантировать твою безопасность. О, да ладно. Ха, уела на тебя, Квилл. Давай, тащи меня.
Блин. Да хватит тебе переживать. Опять узлами покроешься. Подождите, подождите. Я тут не осмотрел территорию. Ну что, вперед. Серьезно? А у меня выбора нету, представьте. Только вперед разум зовет. Есть путь на север и три на восход. Слишком близко. Они тут такие мирные. В детстве я не видел настоящего кита. Теперь считай видел. Не сомневаюсь в его красоте, но не стоит привлекать его внимание. Летающий кит какой-то. Да? Какой-то летающий кит. Что случилось? Я уж думал, что-то случилось у вас. Смотрите, кстати, знает, как высота какая. Песню или что-нибудь, чтобы убить время. А, точно, я знаю. Называется... Не надо. Хорошо, ладно. Точно, стоп. Не надо. Это название песни? Нет. Ладно. Так, когда уже кто-нибудь другой будет тащить эту штуку? До крепости 60 километров. Скорее уж, 75. Есть только один способ узнать точно. Да. 0,1. 0,2. 0,9. Ой, он так будет, если считать, то он вспотеет. 4,5. Смотрите, рыбка. 0,4. 0,5. А мы какого-то хомяка тащим. 0,6. Так. Лучше уж песни пел бы. Там. Можно по очереди прославлять добродетель короля левый чуточ. Прославлять добродетель. Эй, именинник. Тебе не дозваться. Новая запись. Ага, вот. А я в себя ушел. Ушел в себя, вернусь не скоро. Давай скорее, или я этот торт сама съем. Вот так вот. День рождения вспоминает. Ну давай. Эй. 13 лет. Ну и ну. Как время летит. Быстро как. Я сейчас приду, обещаю. Я жду. Так, вы в прошлый раз здесь уже все обследовали, походили, посмотрели, поэтому давайте сразу к двери и валим отсюда. Вот здесь мы еще не были. Мама говорит, дедушка часто на нем играл, когда она была маленькой. Но на моей памяти его никто не трогал. Энди говорит, нельзя пользоваться чужой зубной щеткой. Ну там же и моя должна быть. Подхватишь паразитов, и они постепенно захватят контроль над твоим телом. Так. Что тут еще есть? А, холодильник открыт. Почему открыт? И что вообще в подвале делают? У вас что, запасы на зиму в холодильнике? Холодильник где? В подвале. И подвал-то какой-то не подвальный. Как еще одна комната. У вас что? Воды нету, что ли, тут? У нас погреб тоже там небольшой, и все. Дальше копаешь, вода. Или на штык вниз, и вода. Фундамент стоит в болоте. Вы посмотрите, кто наконец изволил прийти. Ну а где торт? Ой, я еще и подбитый. А я говорила. Нет, ты же... О, я так объелась. Мам. Ну ладно, давай за стол, капуша. А, мать, шутница еще. Давай, как Карлсон. Не бойся, я не буду петь. А я это люблю. 12 тортов и одна свечка. Пакман. Давай, загадывай, ты теперь тинейджер. У нее Пакман в торте. О. Ух ты, сколько девчонок. Кто-то в школе скоро будет на расхват. Мам. Что? Ты парень красивый. Уверена, девочки будут от тебя. Мам. Что ты загадал? Хорошая мамаша. Ничего я не загадал. У меня и так уже все есть. Ну же. Давай, проси уже, чего ты там хотел. $10. Хотим посмотреть с Дэном и Энди «Рыцаря космоса». В кино? Сегодня? Ну да. Ну, а это когда? Же улет. Фильм про зомби, захвативших землю. И про ребят, дающих им прикурить.
Не надо тебе такое смотреть, Питер. Я тогда отпустила тебя на тот ужастик, и потом ты спал в моей постели 3 ночи. Так. Давайте переведем стрелку. А кто в детстве смотрел «Изгоняющего дьявола»? Само собой, ты запомнил это. А спроси я, взял ли ты свой ланч, ты глазами хлопаешь. Ну, я просто... Я думала, это... Что ты думала? Будет наш с тобой вечер. Ну, доиграем партию. Ты соскакиваешь, потому что я веду. Так, здорово. Давайте компромисс. Мы все это еще сделаем. Почти все. Но завтра. Ты сама вечно гонишь меня гулять. Пойти в кино не значит пойти на прогулку, и ты сам это знаешь. Пожалуйста. Ну, не знаю. Фургон что? Еще в ремонте. Не хочу, чтобы ты шел один в темноте. И потом, столько кругом психов, это опасно. Давай успокаивай. Я не нарвусь, мам. Я осторожен. Как не нарвался на этот фингал? Сказал же я. Знаю. Ты там за кого-то заступился и молодец. Но нельзя решать все проблемы кулаками, Питер. Питер, ну не Паркер. Я не мог стоять. Почему все Питеры у них там? Питеры все. Все нет. Питеры. Конечно, нет. Что не герой, ну, то ладно, Питер. Неси мою сумку. На кстати, вот и факт. Подожди-ка. Пока ты не ушел, есть разговор. Я кое-что тебе дам. $20. Размечтался. Облезешь. Считай это запоздалый подарок от папы. Он на моей кровати. Сходи за ним, а я уберу на кухне. Откроем вместе. Хорошо. Только что от него можно ожидать? Так, и где твоя кровать вообще? Не вздумай переключать. Ладно. Музыки нет. Это мне не надо ничего. Воспоминания, чё? Дэн и Энди заночуют у нас? Тогда утром вы поможете мне в саду. Так. Я так и знал, что есть подвох. Так, это чья кровать? Иногда бабушки с дедушкой разрешали мне спать с ними, если в подвале мне было страшно. Наконец-то мама дала мне сделать крутую стрижку. А стрижка? Ты вообще вроде не подстригаешься, стрижка. Так. Ну, картина-то хорошая. Вот он, подарок. Не будем ходить по воспоминаниям тут, во все предметы тыкаться. Вместе откроем, мать же сказала. Что ты... Мы все почти королевы, что ли? Вот, кстати, вход. Так, я могу потом провести спасательную операцию в одиночку. Без обид, но мое благополучное возвращение не твоя забота. Моя шкура, мой план. Решай, Питер. Хвостовство! Так. Дамочка, это я в ящике. Поддержать ракету. Наш лидер Питер Квилл. Тяжесть твоей смерти ляжет на его плечи. Но все... Полностью согласен с планом ракеты, который я очень внимательно выслушал. Видишь? Даже так. Капитан Звездный Кадет. А вот какие-то странные, смотрите, у них то ли косички что? Костяные. Каким способностям? Я считаю, что нельзя полагаться на технику, которую ты не сможешь использовать. Это же не квантовая физика, это трекер. Даже вы сможете в нем разобраться. Каждый со своим животным пришел. На тебе. Они чтобы серьезно? Можно было тебя выкрасть. Отлично, за дело! Узнаем. Имя. Стражи Галактики. Не слыхал о таких. Я изрут. Честные торговцы чудовищами. В данный момент. Что в ящике? Омерзительный зверь с полусвета. Самая злобная тварь в квадранте. Убогий. Помоги! Ракета! То есть? Он мелкий. Это живоглот, свирепый, как ваша хозяйка. Подумайте еще раз. Мелко. Ладно, проходите, пока я не передумал. Живоглот. Но если леди не понравится, я запихну ваши останки в этот ящик. Живоглот? Точное название. У зверя ужасный нрав. Неплохо. И почему его так не любишь? Что он тебе плохого сделал? Сложно будет выбраться, если что-то пойдет не так. Все будет хорошо. Поехали. У нас есть монстр и прекрасный план.
Будем осторожнее, Питер Квилл. Если леди Хеллбендер раскроет наш обман, ее месть будет быстрой. Что, меня должно испугать одно ее громкое имя? Она лишь управляет зоопарком. Это так не это... зоопарк. Слоны, носороги. У королевы чудовищ, есть армия чудовищ. Может, они смотрители зоопарка с пушками? Не видел прирученного Уордоса, но видел, что он делает с врагом. Да ладно. Ну, в худшем случае мы смоемся на Милана. Твой гениальный план сбежать? План Б, который нам не понадобится. Не угонится она за нами со своей сворой чудовищ. Хрен его знает. Да ладно. Почему мы просто не сели здесь и не избежали неприятной прогулки? Потому что Квилл летает, как от... Хороший вопрос. Правильный нам вопрос. Нужно было усовершенствовать план. Теперь он безупречен. Леди Хеллбендер тоже. Когда монстр пропадет, она подумает на нас. Да, подумает. Ну и все. Это же не повод преследовать нас по всей галактике. Именно повод. Она из таких. Ого, вот я прям предчувствую вы это. Вы только гляньте. Я выбрала не ту профессию. Весьма достойна такой воительницы, как леди Хеллбендер. Однажды у нас будет не хуже. Не у тебя. Так. Подойди к клетке и повтори. Так, Живоглот, пусть все услышат твой зверский вой. Сосредоточьтесь. Нужно подойти к делу серьезно. Я лишь Грут? Это да, значит, особенно нужно продать образ. Вот именно. Давайте. Череп Геларона? Поистине бесценный трофей. Узрите. Вот зачем хранилище. Бесценен? Хранилище? Блин. У вас то скрытность. Устроим старое доброе ограбление. Нет! Ограбления нет. Ну, здравствуйте. Опять я тащил. Мой, и слушайте. Вам не следует подходить к трону леди Хеллбендер. Если она подойдет к вам, оставайтесь на месте. Без резких движений. Да, без проблем. Я обольщен, что королева уделила мне время. Избавь меня от этих банальностей. Простите, моя королева, я не хотел обидеть. Я знаю, чего ты хотел. Не отказывай мне в уме. Ты далеко не первый, кто заявляет, что изловил Таратар. Вы сомневаетесь, что он настоящий? Если это на самом деле он, докажи. Или тебя постигнет такая же участь, что и прочих плутов. Заверяю вас, я сказала, госпожа. Выпускай. Расплюнуть. Ну. О, смотрите, превратился. Сейчас сожрет его же. А ты с ними дерешься, что ли? Не боится нисколько. Ты свободен здесь. Ага. Вот она, как с ними дружит. Она с ними дружит. Ни хрена себе, вот эта хрень. Превращаться может все что угодно. Здорово. Еще и сожрал этого, конечно. Следующий. И переведите 10 тысяч юнитов в семье предыдущего. Кто вы? Здрасте, я Звездный Лорд. Ладно. Дракс-разрушитель. Погибель безумного титана воплоти. Ну, он же не животное. И в какой? Ну что ты? Аж потекла вся. Увидела Дракса. Ты делаешь мне честь. А вы поменьше, чем я ожидал. О! Ха. И чего же ты ожидал? Быть может, я могу тебя удивить?
Давай. Сомневаюсь. Посмотрим, разрушитель. Я могу быть напористо. Питер Квилл. Она со мной, кажется, флиртует. Ух ты, дошло наконец. Так, подбодрить. Так, подыграй ей. Сделай комплимент. Ты можешь. Это к лучшему. Из тебя ужасный переговорщик. Дядя Хеллбандер. Размер вашего оружия говорит о том, что вы умелый воин. Да. Пожалуй, я могу устроить тебе демонстрацию. Зря. Вы будете приемлемым соперником. Скажи, разрушитель, что привело тебя на Сигнарф 9? Питер Квилл, покажи существо. Ну ладно. Охренело ж от этого. Ну наконец-то уметь. Имя. Оно говорит прелестно. Квилл, уйми ее. Когда оно полностью вырастет? Вырастет? Лучше его не гладить, а то он палец отхватит. Зубы жуть. Какая быть достойна восхищения? Как он зовется? Живоглот. Ну? Вид у него не ахти. Если бы я не знала, то решила бы, что это обычный зверек. Ну, почти. Да, но это уникальный экземпляр. Загляните в эти злобные глазки енота. Никакой я не енот! Вы увидите в них настоящего монстра. Злого, страшного и огромного монстра. Ну, кусать только сколько один будет. Вы хотите за живоглота? 20 000 юнитов. Двадцать тысяч. Никак не меньше. Так. Вообще-то нам уже предлагали за него 20 000. Коллекционер. Натюрморт, верно? Звездный лорд. Тихо. Я знаю, кого ищет коллекционер. Если б Тиван назначил цену за живоглота, я бы узнала. Раз таких вестей не было, значит, вы врете. Ничего страшного. Я ракету поддерживал. Тишина! Че, денег не это видать нам? Это создание никчемно. Чего? Сама такая. А если 15 000? Ваш живоглот не пойдет даже на корм моему Флеркину. У тебя есть Флеркин? И я никчемный? Но я тебе покажу. Так. Зачем вы его разозлили? Ты что творишь? Ландбеквилл! Эй, потом обсудите! Здорово. А это теперь монстр? Ну ты реально безумный хомяк. Какого хрена ракета? Ты же слышал? Она за меня и двух юнитов не давала. Так нам всем крышка из-за своего раненого эго. Дело в деньгах. При чем тут эго? В деньгах, которые мы не получим. Когда мы на арену попали. Нет тут ничего удачного. Поспорите потом, надо идти. Где мои дроны? Я хочу, чтобы стражи сгорели. Это что? Она жульничает. Как мне, летучая смерть? Не дохнет, Квилл! Придумай что-нибудь! Давайте ищите выход! Срочно!
Не замедляется! Уже! Беги! Давай, 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 давай! Я упал. А почему мне ничего не сказали? Попробуем выбраться отсюда. Еще не все. То есть? Я пришел за юнитами и без них не уйду. Но я тоже вообще-то, у нас и пути-то нету. Мы обчистим хранилище, которое видели. Да ты шутишь. Даже Питер не такой самоубийца. Так. Ты хочешь сбежать или хочешь заработать? На споры нет времени. Громилы могут появиться в любой момент. Квилл прав. Заткнитесь все за мной. Я вот что скажу. Давайте найдем большой лифт и сбежим. Вот почему мы бедны. Вы, салаги, не умеете брать свое. Не получается. Ой, подождите, что-то взять. Читаем. Хранитель Рутубол. Совершенно гениальная штука. У нас здесь в систему загружены все данные ДНК монстров. Если какой-нибудь из питомцев королевы сумеет улизнуть через вентиляцию, любят они это дело, то дроны смогут их найти и оглушить максимально эффективным способом, ДНК подскажет, а потом назад в клетку и все. Но если тебя в системе нет, то тебе крышка, по стенам размажут и дело с концом. Так что надо держать базу профилей в порядке, вдруг кого не добавишь, а он сбежит, и дрон его подстрелит. Хелбердер, с тебя потом живьем кожу спустит. Спросите Хурун Ола, если сможете, его атомы снова вместе собрать. Ну и себя, кстати, в систему добавить тоже не лишнее. Может, как-нибудь потом пригодится. Понятненько. Говорю вам, мы еще сможем провернуть это дельце. О, можно пройти. Хорошо, чтобы нас самих не провернули на вертеле. Скорее, леди Хеллбендер скормит нас одному из своих чудовищ. Спасибо, Дракс. Отличная перспектива. Так. Мы от него ушли. Он нас потерял там, по ходу дела. Ладно. Подожди, я вот за поворот всегда заглядываю. Не надо вот так вот, как вы, ломиться. Один раз уже сбежали нахрен. Конечно, могло быть и лучше. А могло быть и хуже. Ты помнишь Арага? Мы сумели выбраться оттуда, так ведь? И по дороге еще уничтожили то его оружие. Вот так. Блин. Какая-то одежда опять. Ну-ка, что за одежда ты? Ну-ка. Ну давай так, я... А до этого кому одежду брали? Нет. Вау. Это кто? Вот такой есть. Такой. Подождите. Это что за человек-муравей? Не, ну давайте вот этот. Переоденемся. Так, хомяк, у хомяка. Ну, у Грута... Нет, это страшный какой-то. Он у меня так-то воинственный. Не надо из него чучело делать. Гру, да, всеми полюбился. Надо идти. Мы идем. Но нужно идти. Персонаж. Быстрее. Оп. Я что-то не пойму, а что ты не цепляешься? Давай, я взял. Когда мы опустошим хранилище, риск окупится. Неизвестно, сможем ли мы добраться до его содержимого. Обновление цели. Единственное, что неизвестно. У нас гости! Прекрасно! На! Амора, рек! А я как раз заскучал. Жаль, за это нам не заплатят! Мы герои, знаем, а не убийцы! Так вот, значит, как себя чувствуют звезды! Но им не нужен твой автограф! Кажись со мной! Да! Они в первый раз сражаются, что ли? Не расслабляемся раньше времени! Сейчас она захреначит их, подожди! Плевок тебе в горло!
чтобы нас найти. Если я не найду... Ну-ка, подержи-ка его. Еще один уродец вернулся, откуда вылез. Давай. Что-то я не понял. Мы что, всех перестреляли так? Выражает симпатию по-кататиански. Вы только что расстались, Дракс. Так. Сделай это, здоровяк. Не останавливайся, Дракс. Ну, здорово. У меня столько крутых игрушек, которые я хочу опробовать. Я жажду разрушать. На. Я не могу тебе отказать в этом. Несносный зверь нарушил наши планы. Ты умеешь констатировать очевидное, Дракс. Кровь! Давай. Говорю вам, я уже чую юниты. Ты так. Понятия не имеешь, куда мы идем. Я туда не могу зайти? А сюда могу зайти? Тоже не могу. Это потрясающе. Возьми прихвостни, Хеллбендер, меньше. Они не понимают, что от твой клинок можно и порезаться. Блин. Ладно. Второй раз к нам не обратятся. Найдем еще заказы. Так. Все мои деньги, господи! Как действует? Весьма неэффективно. Эй, Квилл, хочешь увидеть салют? Подожди. Давно я никого не нарезала. Не зевай! Да. Моя великая сила не используется. Это Квилл, я спас тебя. Так спешит на помощь. Получи. Сейчас устрою. Мой выход, ракета. Какие шустрые ребята. Переговоры тут не помогут. Да. Ой, подожди. Бежим! Она нас даже на краю галактики застанет! У галактики да подожди, какие краи галактики-то? Ты на такое не способна, убийца! Все идет как по маслу. Опаньки. Я стараюсь изо всех сил. Да сколько там тех сил? Можешь жить, но без меня вы бы не прошли. Это не важно, сколько сил. Без тебя бы мы не оказались у этой двери. Ну, блин, ты ни хрена со столько что. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть вниз не ушел. Я не могу туда, да, залезть? Ладно. Видите, вон хранилище. Грабим его и уходим тем же путем, что пришли. Здорово. 5000 юнитов тому Хеллрейзеру, кто убьет этих так называемых стражей галактики. Так, народ, давайте справляться с катастрофами по одной. Давай. Это наш шанс отсюда свалить. Мы не уйдем, пока нам не заплатят. Да. Чистоток, но еще целая армия. Да, вот так и будет. После такого никто не встанет. Ой-ой-ой. Мой выход, Гамора. Так нож, Мак, надеюсь, сохранились. Сокровище леди Хеллбендер легендарно! Давай! Готовься! Помни о цели, Питер! Спасибо, Гамора! Да! Так, я забыл перезарядиться, ничего страшного! Жаль, что ракета нет! Отрежу кусочек! Дракс, давай! Берись со своей судьбой! Да, да, нам надо пробиться в хранилище! Дело! Я говорила, надо было продать круто! Все! Найдите их и убейте! Так. Принесите мне их головы! Подождите! Застойте вы! Подождите. Удар из тени. Все. Давай.
Леди Хеллбендер должна появиться! Может, больше никто не появится! Осторожно! На, выруби-ка его! Лиза! Лиза против меня! Сейчас мы его захреначим. Осторожно, лифты! Нет, какие крепкие! Давай! Нашинкуй! Нашинковала! Ни за что я тебя не отдал! Вы не можете бегать вечно, стражи! Ну чё, бегаем же пока. Вот смотри, какой живчик я. Так. Будьте здоровы. Мять! Чуть не задело. За ними! Подожди. Не спеши. Ага, мы не можем. Отойди от края, а то упадешь. Давай. Это что это за животные тут изображены? Эй, парни, мы попали в ловушку. Влипли. Нет, попали. Так, все ищем выход. Живо! Убийственный глаз вернулся. И два. Они столкнутся, и в стене будет большая дыра. Так, пол что это? Пол здесь тоньше. И кажется, под нами какой-то туннель. Проделаешь дыру, Гамора? Я бы рада, но нет. Замедли их, Питер. Давай. Думаешь, мы полезем в канализацию? А куда? Я ты? Не буду снова махнуть. Я не хочу слышать ни слова от тебя. Странная Давай. У вас манера говорить спасибо. Я так. Не испытываю благодарности. Это скорее ярость. Признай, Ракета, у нас был план, а ты его провалил. План провалился, как только вытек из твоего мозга, а я его спас. Исправление собственной ошибки не считается. Ошибкой было доверить наши жизни этим жадным лапкам. Знала, что надо Грута продать. Грут не полено, которое можно выбросить. Хотя не сомневаюсь, торговля с существами тебе не в новинку. Придержи язык, и я его отрежу. Я обкакался, дамочка. С ножом да в перестрелку. А как? Грут всех вас дружно послал в жопу. Ладно. Все против меня, но в конце концов вы будете целовать мне лапы. Лапы. Подождите. И как ты себе представлял первую встречу с леди Хеллбендер? Она неплоха, но я бы поставил на тебя, Крепыш. Не пытайся льстить мне, грызу. Как это пройти туда? Твоя опозорила нас. Ладно, будем идти пока вперед, раз мы туда не можем. Сейчас, может, поворот. А, вот и поворот. Все уже ушли, я один тут брожу, блин. Поэтому дерьму топчусь слева направо. Я знала, что не стоило продавать драную крысу. Ты кого крысой назвала? Так. Она подразумевала... Что за одежда? Горит шапка-то. Не знаю, о чем-то. Ой, енот. Переодеваемся. Да не ты, енот. Будешь... Вот в этом теперь бегать. Давай, ты красавчик у нас. Сука! Тише вы все! Вперед! Перехватим у хранилища! Так, нас ждут. Приятно. А ты чего ноги-то не хочешь мочить, Суп. Скотина? Почему ты радуешься? Потому что идем верным путем. И прямо в засаду. Еще один классический план Стражей Галактики. Надо было продать Дракса. Она же почти умоляла продать ей ночь с этим увольнем. Мой дар не продается. Питомец все еще должен нам 12 тысяч. 12? Откуда столько? Такова цена моей растущей фрустрации. Ничего себе. Слова еще такие знаешь. Поглубже мы на месте. Хранилище, как и обещал. И закрытая дверь. Я разберусь. Внимание! Засада! Наша засада! Так. А теперь к делу! Может, да. Это задание все же окупится. Звучит, как ты был прав, Ракета.
покажи! Боль ждет тебя! Как отсюда выбраться? Это просто кошмар! Решаем проблемы по одной! Давай! Нам нужна передышка, Грот! Так! Да! Головы, Питер Квилл! Так, швыряй! Кого ты там? Прибил? 50 юнитов к твоему долгу, крысу! А что, так мало? Да вроде неплохо. Вовремя! Вот именно поэтому надо было выбрать круто! Был не прав, я понял! Ракета, не чистак! Давай! Кто еще остался? Как битвы чемпионов на Сакале! Где риск, там и куб! От кого ты стреляешь? Дальше, Питер! Молодец, Питер! Хватай, дружище! Делай больно! Не верю, что у нас получилось! Дальше будет сложнее! Давай! Получи! Как отсюда выбраться? Это просто кошмар! Это не кошмар, мы вот! Да! Эти парни настроены серьезно! Ради кучи юнитов я на все готов! Так! Еще 50 юнитов! Давай, вот и разобрались с ними! Шкуру! Все чисто, давай, ракета! И быстрее! Знаете, нет замка, который я так не смог бы взломать! Твой долг растет с каждой минутой промедления. Ой, не начинай! Нельзя торопить гения! Так, а у нас здесь что можно? Хеллрейзеры к главному хранилищу! А может, и правда, стоит поторопиться. Вот это... Гамора! Последние слова! Мы позволили загнать тебя в угол! Мой гладенный, не отвлекайся! Давай! Как дела, ракета? Хорошо, спасибо! А у тебя как? У нас все нормально. Скажи, сколько еще? Сколько нужно, плюс то время, которое ты у меня снимаешь. Тем же Хеллбендером и в корме. Не знаю, продолжай бить его, может, расскажешь. Пригнись. Так. Войска леди Хеллбендер. Давай, давай, давай. Она, похоже, всерьез обиделась. Давай, бей! Я устранил угрозу! Возвращайся в битву! Бей! Бей! Жду подходящего момента! Так, оглуши... Ага, меня вырубили, вот тебе и оглушили. Меня оглушили-то. Ладно. Пробуем еще разок. Блин. А как умения-то приобретаются? То ли прокачиваются, то ли... Ладно. Об этом потом. Сейчас мы еще раз хренякнем их. Хренякнем. Знаете, нет замка, который я не смог бы взломать. Твой долг растет с каждой минутой промедления. Ой, не начинай. Нельзя торопить гений. Так, бочка есть. Все хеллрейзеры к главному хранилищу! А может, и правда, стоит поторопиться. Что это за мощный такой? Круши, как! Долго нам еще этим заниматься? Не расслабляться! Сейчас все будет! Ты скинешь в муках! Как там дела, ракета? Хорошо, спасибо. А у тебя как? Я пытаюсь сосредоточиться. Скажи, сколько Давай. Еще? Сколько нужно, плюс то время, которое ты у меня снимаешь. Так. А Хеллбендер умеет подбирать здоровье. Пускай, Давай. Скажи, да? Я что-нибудь. А ну, навали. Надо победить их до того, как они победят тебя. Спасибо за помощь, здоровяк. Давай, руби. Давай. Время вышло. Ай-яй-яй-яй! Из чего они сделали эту броню?
Так. Руд, вот так. Мы позволили загнать себя в угол. Хватит сыграть тебя. Блин. Вот пока я так хреначился, меня отхреначили. Как так-то? Ладно. Так. Надо просто попить чаю. Вот что я думаю. Прибавить сил. Знаете, нет замка, который я не смог бы взломать. Так, чем можно? Камень. С каждой минутой промедления. Одна бочка. Начинай. Нельзя торопить гений. Давай. Все хеллрейзеры к главному хранилищу. А может, и правда стоит поторопиться. Сейчас, минутку, подожди. Рут, покажи свои корни. Они все прут и прут. Ты, главное, бей их. Пусть летит, Дракс. Подожди. Как там дела, ракета? Хорошо, спасибо. А у тебя как? Я пытаюсь сосредоточиться! Скажи, сколько еще? Сколько нужно! Плюс то время, да, которое ты у меня снимаешь! А если бы ты сбежал, то был бы жив! Клинок убийцы не оставил ни единого шанса этим слабакам! Давай! Бей его! Мясо! Я так жду разрушать! Так! Зажигай! Мой конец происходит, эти хеллбендер самостойчивее! Да, медовый месяц окончен! Ай-яй-яй-яй! Мы позволили загнать себя в угол! Хватит ныть, не отвлекайся! Его труп сожрут чудовища! Не останавливайся, Дракон! Твои клинки истрепали! Не стану меня целить! Так. Они все прут и прут! А ты удивлен? Невероятно! И... Я даже как еще прокачался. Быстрее, народ! Шевелите болтами! Надо было с такими глазами-то его представлять-то. Реально страшно. Ты не живот, бро! Дракс, дверь! Чё, закрываем? Вот так. Ну, проще. Ты! Гамора, своих убивать нельзя. Чего бы? Прописано в контракте. Я такого не обещал. Я есть круче. Всё, хомяка не трожьте. Он нас подставляет, Питер. Ха! А вот Грута-то даже все любят, даже они. Самое опасное. Да пофиг. Как насчет спасибо, ракета? За то, что чуть не угробил. Я привел всех нас. Самое позорное хранилище в Большом Магеллановом облаке. Ты говорил про сокровища. Череп Геларона бесценен. То есть не стоит ничего? Стоп! Нам нужен план. Согласен. Мои руки уже слегка устали. Упрись ногами. Гамора, прикрой. С ракетой поищем. Упрись ногами. Руки устали. Ничего не сломай. Должно же быть хоть что-то в этой куче хлама. Так. Красиво, но дешево. Это светильники. Так. Еще и тяжеленные. Эй, это пушка с земли. Какая? Плазменная, нейтронная? Пороховая. Поджигаешь, и она стреляет. Да. Землюкское оружие. Ясен пень, что мусор. Это что такое? Класс. Кольцо убийцы. Гамора будет в полном восторге. Так. Что-то собрал, что-то хорошее. Давайте. Люди, правда, фетиш на черепа. Почитаем. Я тоже хранила трофеи с некоторых дел. Я нисколько не сомневаюсь в достоверности вашего утверждения. Я также предполагаю, что добытый вами череп принадлежит давно вымершему под виду Галарона.
Это сразу видно по характерной челюсти. Более того, я убежден, что если мы сможем изучить хотя бы небольшую частицу этого черепа в лаборатории для подтверждения истинности наших выводов, то мы раз и навсегда докажем, что этот грозный зверь некогда наводил страх на галактику. Это будет поистине потрясающее открытие. Прошу вас обдумать мое предложение. Мне требуется лишь небольшой обломок кости, и вы войдете в ряд величайших естествоиспытателей Вселенной. С нижайшим поклоном, покорный слуга вашего величества, you are all ведущий зоолог. Ну, кстати... Прямо два сапога пара. Так. Что это? Так, скульптура. Что это? Ловчий. Так, минутку. Что такое? Кажется, Дракс вывихнул плечо. Здорово. Все в порядке. Так. Это что такое? Металл с полного марка. Ничего-то не понимаю, что такое. О, подождите, что-то. Но это уже что-то. Галактич... Но не близко к тому, что мы должны. Юниты, они как блохи. Если есть одна, найдутся и другие. Вот. Уже что-то. Маловато, но процесс пошел. О чем я говорил? Не такой уж и плохой план оказался. Так. Отлично. Хоть штраф оплатить сможем. И так, что, повествование, череп, рептилии, схалы. Обчисти мы ее до нитки. Она нам устроила? Довольно. Кстати. Что случилось? Я хотел это кусочек Клео. Взять. Там стало тихо. Тихо в смысле мирно или тихо, как в могиле? Явно, как в могиле. Дракс, только не говори, что ты нас запер. Я ничего не делал. Вы меня почти удивили. Зверек, несмотря на свой вид, оказался и впрямь зубастый. Полюбуйтесь моими трофеями, стражи. Больше вы ничего не увидите в своей жизни. Жаль тратить клинтрианский газ на столь ничтожных посягателей. Постарайтесь не забрызгать мой череп Гелорона. Давайте ищите выход. Срочно. Он бесценен, и его тяжело отмыть. Не дышите! Кто-нибудь еще испытывает жжение? Клинтерианский газ разрушает ткани, оставляя после себя лишь кучку костей и слизи. Так свалим, пока у нас хватает. Нужно перекрыть вентиляцию. Не то газ так и будет идти. А где? Собралась трубы с газом, Питер Квилл! За стеной есть путь наружу! Позволь мне! Голыми руками ты ничего не сделаешь! Нужно что-то покрепче! Давай! Голыми руками ничего не сделаешь! Гроссрак! Светильники, похоже, довольно тяжелые! Так, а где они? Так. Так, так нормально? Почему бы и нет? Чего нет? Подождите. Так. Я застрял там. Так, сканирую, что это? Это у нас череп Хамнокса. Это у нас скульптура. Хвост. Квилл, они размораживаются. Нужно выбираться. Так.
Так. Вроде опять заморозили. Где эти светильники были? Так. Какой из них надо-то? Это что у нас? Так, нет, это не то. Ну где ты? Что это? Это? Блин. Череп Галарона. Давай, давай, давай. Бери уж что-нибудь, да кидай куда-нибудь. Я уж даже не знаю, как мне тебя. Пушка. Давай. Ракета. Да подождите, почему так-то? Если вы застряли, для вас доступна подсказка. Взгляните на компас. А где компас? Так. Компас. Ага, вон, 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 так, 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 так. Вот это. Вот это. Что это? Слабое звено в конструкции. Гамора, срежешь один из светильников. Осторожно! Давай. Вот что бесценно. Давай. Дракс, брось его в стену. Вот теперь. Все силы! Готово. Идем, народ. Надеюсь, сваливаем. Что делаешь? Я тоже надеюсь. Во-во-во-во-во. Куда-то приземлились. Народ, все целы? Почти. Гамора, Дракс. Жить буду. О, мой эпителиальный слой невредим. Ракета, Грут, вы где? А, вмять. Кто-нибудь видит выход? Я вижу яркий свет. Не иди на него. Стражи галактики. Сколько еще раз мне придется вас убивать? Отвлеки ее. Какая дерзость! Украсть решили. У кого? У меня? Для протокола не все поддержали этот план. Спасибо, Квилл. Валяй, можешь сдать нас всех с потрохами. Хотите знать, что я сделала со всеми теми, кто счел, что я легкая добыча? Отпустили их? Дело плохо. Мы попали. Леди Хеллбендер! Я взываю к достоинству. Я сражусь с вами лично. Достоинство? Ха. Твой вызов — пустой звон, разрушитель. Почему? Вам не удастся избежать моего гнева. Знакомая песня. Обитатель! Время пировать! Ни хрена, даже эту же студию слушаться ее. И как мне его долбить?
Кстати, оно, знаете, кого напоминает? Халве. Тут еще такое было. Обитатель тьмы. Прекрасно. Прекрасно. А вот это уже... Настоящий монстр. Будет по-настоящему мертвым. Отрубим ему конечность, и он станет безобиднее. Ну, что подрубить? Надо... Продолжай его лупить! Давай, давай, давай. Руби на куст, признаю, резкий это был поворот. Не лучший план. Давай, 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 давай. Эй, он жрет эту дрянь! Отрубили. За это заплатите. Давайте, у него еще щупальца есть. Да, да, ей! Нужно разобраться с его конечностью. Вау. Подождите. Она обид не забывает. Дочинка, комплимент есть. Так. Ну-ка, подержи-ка ее. Время обнимать. Чем она его кормит? Вот сейчас вы узнаете. Давай. Вот это чудовище достойное. Давай. Сможем ранить. Сможем убить. Заморозим его на ходу. Давай, давай, давай. Отрезаем конечность. Вторая. Только не это! У него еще две осталось. Хватит играть с ними! Почему они только летают? Как летают? Пора заняться остальными! Не забывайте о здоровике! Не отбивайте его атаки! А то я сам не догадался! Наконец-то один есть! Да. Давай. Убей их, малыш. Покажи свои волшебные палочки. Достойная битва, леди Холбер. Давай, давай, давай. Может, нас поддержат. Так. Она явно на нас съелась. Да уж понятно. Ветки на изготовку, круг! Давай же ты, гигантский осьминог! Мы зарежем тебя на кусочки! Готов! Давай! Дай мне шанс! Ты просишь об услуге? Не-не-не-не-не-не-не, вот так, вот так, вот так! Раскакивай-ка, сможели! Плевать на слизь, все дело во внутренних шипах! А? Не напротив, гадов! Я в долгу перед тобой, Питер! Ветки в руки, друг! Давай, нападай! Тихо-тихо-тихо! Сокруши! Как твои дела, натюрморт? Подлечись! Как подлечись, э? Он пытается лечиться! Это вражья против меня! Нет-нет-нет! Проклинаю! Никакого лечения тебе! Давай же ты, гигантский осьминог! У него не 8 конечностей! Показалось, что мы тебя потеряли! Давай, Финн, вы заплатите за свою дерзость! Да! Вперед! Нет, нет, нет! Ну, за ними! Блин! Наш великий предводитель пал! Что, мне заново теперь его гасить, что ли? Со всех 4 конечностей? Ай-яй-яй. А, нет, с 2 только. Хватит играть с ними! Убей! Ну ладно. Это будет немножко полегче.
Пора заняться остальными! Не забывайте о старовике! И отбивайте его атаки! А то я сам не догадался! Ракета! Подрывай! Давай! Ну же! Дай мне шанс! Не упусти его! Давай! Сейчас все станет только хуже! Это создание дразнит нас своим подлым подрагиванием! Давай! Грутируй! Она явно на нас взъелась! Вы заплатите жизнью! Моя погибель близка! На! Здесь питается студенистыми созданиями! Это как-то не успокаивает! Получи! Давай же ты, гигантский осьминог! У него и 8 конечностей! Сколько не режь, оно продолжает расти! Вперед, Брук! Давай! Не нарвитесь на железки! И напротив гадов! Убей их, малыш! Позвоночник еще вырастет! Давай! Уже перерубило! Давай! Сокруши их! Моя великая сила не используется! Так. Она явно на нас взъелась! С этим разберемся потом! Мармеладка, все! Сокруши и... Да, блин! Да! Вперед! Бей по ядрам, чтобы их убить! Бей по внутренностям! Я не могу! Питер! Вот чёрт! Отвлеки их, Крут! Выкури их, ракета! Давай! Думаю, ей уже все равно! В сторону! Давно я никого не нарезала! Я рядом, Драк! Ты нам нужна! Давай. Ни слова об этом! Покажи им, Гамон! Да. Получай! Блин! Парим им приют! Достойная битва, леди Холбендер! Может, нас поддержат? Так. Давай, тряхни своими ветками! Куда, куда? Прости, Грут. Эй, Квилл, Грут тебя безблагодарен. Как мне надо это? Как будто у нас проблем недостаточно. У нас оправданное количество проблем. Убей их, малыш. Грут, нам нужно время. Это так, я не тот хотел. Мы делаем успехи! Мне это наконец не понравилось! Снаружи они восстанавливаются! Ракета! Фейерверк! Так, ладно. Ждем. Гамора, вперед! Покромсаю! Руби, руби! На железки и на щупальца! Хватай! Хватай! Подкрепись, малыш! Ни хрена! Отрезай руку! Проклинаю! Сейчас мы... Задави их, да малыш! Подрывай, ракета! Как думаете, у желешек существует желейный рай? Без понятия! Зато он сдох! Но! Давай, сами! Короля! Ай-яй-яй! Смерть питается студенистыми созданиями! Это как-то не успокаивает! Так,
Мы делаем успехи! Мне это начинает нравиться! Ракета! Взрывай! Может, нас поддержит? Делаем больно, Гамора! А я так раз заскучала! Ты не знаешь, с кем связалась дамочка? Она нас точно не простит! Я срываю плоть с его костей, но это никак ему не вредит! Плевать на слизь! Все дело во внутренних шипах! Эй! Он жрет эту дрянь! Ну-ка! Давай, Гамора, отхреначивай ему! Мой обитатель! Что они с тобой сделали? Сама натравила это чудище на нас! Пора с ними закончить! Залей их огнем! Они тяжелые и горячие! Ясно! Их можно использовать! Давай! Давай, никого не нарезала! Давай! Закруши их! Ой! Что дальше, Питер? Да я ничего не взрывал! Покажи, враг, у него явно тихая изжога! Она его мало беспокоит! Так! Эту взрывчатку можно отводить! Давай! Береги пинг-понг! Лучше вернем их отравителям! Я отрезаю, а оно снова отрастает! Надо разорвать ядро на куски! Тихо! Почувствуйте жар! Я не вашу дам, а они всё лезут! Вот чёрт! Задави их, малыш! Подходящего момента! Это я не улавливаю. Они слишком горячие! Деревянная ты башка! Блин! Хочешь увидеть салют? Разберись здесь! Давай, Гамора, нашинкуй их! Бежи, Трут! Мы должны уничтожить ядра! Плевать на слизь! Все дело во внутренних шипах! Берегись! Вау! Давай! Береги пинг-понг! Гамора! Великолепно! Красава! Народ, мы победили! Победили! Они живы! Приведите зубаря! Скорее, все по байкам! Так, за нами какой-то зубат отправили. Надо сваливать побыстрее. Мы еще не выбрались. Вперед! Пристегните ремни! Вот да. Это по катушке. Нет повода ликовать. Мы ужасно ошиблись. И ужасно разбогатели. Никто не избежит гнева леди Халбанда. Поживем, увидим. Что так. За... На! В космос улети, она в космосе-то не должна жить. Ну зверь-то точно не должен жить. Народ, держись! Ох, не простит она нам этого. Ну так-то быстро зверюга, раз она на нем добралась. Я соберу ваши кости, стражи галактики. Может быть. Но не факт. Вот так вот на планете побывали, да?
Она будет неотступно нас преследовать. Дай хвост с ней. Главное, что мы смылись оттуда с кучей денег. Который ты вынудил нас украсть. Да, как насчет ограблений на Цитопии? Ты тогда не жаловалась? Леди Хеллбендер, это не банк. Да, очень жаль. Иначе куш был бы покрупнее. Воу-воу-воу-воу-воу, давайте остынем. Леди Хеллбендер нам отомстит, имей в виду. Пусть встанет в очередь, сперва я звякну Карел. Чем скорее заплатим штраф, тем лучше. Да, а то мы по нищете уже истосковались. Так странно. Только о деньгах думаешь, разум? Нет, еще я думаю о бомбах. Я бухли. Бомба избухла. Ники. Это правда? Ты правда мой отец? Что-то не то со связью. Штука-то крутил? Да, один чёрт. Я и правда её отец, да. Мама рядом. Мне нужно с ней поговорить. Со мной. Ко мне. После вашего ухода мы вошли в карантинную зону. Я спряталась на борту. Сужал диапазон? Первым делом. Проблема не в этом. Ты пропадаешь, Ники. Позови маму. Я знала, что ты мой отец. Так много бед. Что-то за хрень происходит? Кажется, с девочкой что-то случилось. Ага, вступила в корпус снова. Да разберись ты. Да, ваше королевское величество. Проверь узел связи. Причем узел связи. Экран, почему на алмаз похож? Че? Ракета, че с тобой? Заплатить или умереть? Глава 5. Ракета! Смотри, что она сделала! Сжимала все к хвостам! Ну, она тоже необычная. Ракета, да не пыхти ты! Это же провода! Это провода? Ты полюбуйся, где я возьму запчасти для ремонта? Все в хлам! Я говорил, нельзя ее на борту оставлять. А ты послушал? О, нет, нет, мы не слушаем ракету. Он здесь за тем, чтобы корабль чинить. Обещаю, мы все починим, скоро. Ты еще обещал, что твоя подружка нам скидку сделает. Да, как же. Эй, это обидно. Сказать, что обидно, Квилл? Быть единственным среди вас, кому не наплевать на Милана. Так, народ, придется в порту чиниться. К счастью, у меня знакомы на забвении. Запчасти он найдет и снимет трекер Нова за полцены. Не бросим же мы дитя. Она вела себя странно. Лама сожрала провода, Драк. Сможет это... просто помехи. Если мы снимем трекер, Корел весь флот корпуса Нова поставит на уши. Гамора права, мы пообещали. Я пообещал. Найди местоположение Корел. Выплатим штраф. Квилл, ты издеваешься? Зато на хвосте не будет висеть надо нового, ребенку помочь, в первую очередь. Дело. Да, если это дело будет. Не пережевывайте так. Давай-ка, лучше прокачаем перса. Доступны новые разговоры. Теперь вы можете поговорить о кольце, убийце, каюте Гаморы. Доступен новый разговор, теперь вы можете... Блин. Давайте для начала. Давай быстрее, Квилл. Апгрейдимся. Надо восстановить связь. Воспользоваться верстаком. Ну, тогда я быстро. Да-да, я слышал. Давай. Что мы можем себе прокачать? Тактическое сканирование. Так, дополнительный щит. Задержка восстановления щита. Так, ищейка компонентов. Так, вы создаете дополнительный восстановитель здоровья, нанеся смертельный удар после взлета. Нет, вот это вот. Смотри, как круто. Дополнительный щит, вот он. И у нас еще остается целых 400. Так, у нас неваляшка-то есть? Раз, два и готово. Ну вот так. Так, тактическое сканирование.
Ботинки. Все преимущества. Понятно. Ювелирная работа. Сам себя не похвалишь-то. Вот, мы закончили. Да доволен? Подожди. Нет, я хочу еще поговорить с тобой. Так, не заострять внимание. Давай, откровенный разговор. Мы можем поговорить. Все в порядке? О, супер, капитан. Значит, нет. Тебе-то что? Я здесь, чтобы все чинить. Плевать на мое мнение. Ракета, не начинай. Я не всегда следую твоим советам, но я к тебе прислушиваюсь. Мы команда. У каждого свое мнение. И ты скорее послушаешь Гамору. Гамору? Она знает, что делает. Она штурман. Прокладывает путь к звездам, планетам и... к кометам. Ага, и к кометам. Кометам. А Крут наш специалист по растительности. И его мнение важно. А Дракс? Он чем хорош? Он... тактик. Да, точно. Дракс, он настоящий тактик. Еще есть я. Тот, кто психует и открывает пальбу, а не следует плану. Ну, ведь ты тоже. Да хватит. Ты ценный член нашей команды. Мы же вместе ее создали. Осталось лишь сделать ее прибыльной, стабильной. Можно отправиться на забвение. Но не выплатим штраф, корпус снова нас захватит. И где мы возьмем деньги? Может, в выплате штрафа и есть смысл. Именно. Так что давай на этом и остановимся, ладно? Посмотрим. Вот, мы закончили. Доволен? Так, ладно. С этим мы поговорили. Теперь ты у нас здоровяк. Что эта такой хмурый? Эта тварь не пытается нам вовсе что-нибудь нет. Зажрать. Ну, Дракс. Ладно. Хорошо, тебе. Пусть так у тебя и будет. Же на лице все потому написано. Это ее привычная пища. Сколько раз зверю говорил, мое лицо не для... Ага. Дракс. Сегодня прям пиршество для любителей есть провода. Ну, в чем дело? Я понял, что мои знания недостаточно обширны. Ну, туповат ты. Наше посещение Сигнарфа 9 прошло не так. И леди Хеллбендер не великанша? Оказалось, что так. Но это не все, Питер Квилл. По пути к крепости я понял, что многие мои выводы об этой команде также были ошибочными. Правда? Убийца и грызун. Без них и древо на нашей стороне. Мы были бы мертвы сейчас. Ну, вот хоть... Я ведь говорил. Правильно. Их прошлое думаешь. Не делает их плохими, Дракс. Жизнь — это сложная штука. Все всегда сложно. На Катате просто. У меня была семья и мой прямой путь, которого больше нет. Ты снова найдешь его. Просто подожди. Хорошо, жди. Правильно. Так. Душ. Грызун, ты починишь сломанную дверь холодильника? Так. Да, сейчас. И вот сюда. Мне еще связь восстанавливать. Подождите. Это кольцо надо. Что тебе нужно? Где ей отдать? Эй, привет, Гамора. А я тут любовался этим суперклевым колечком, которое я раздобыл для суперклевой убийцы. Она к моей, ну... Моей чего? Моей полной заинтересованности не быть убитым тобой? Кольца тут маловато. Но оно красивое. Как ты понял, что это за кольцо? Ну, скажем так, до тебя я встречал и других убийц. Впрочем, хорошо, что за мной не послали самую опасную женщину в галактике. Знаешь, это незаслуженное прозвище. Все думают, что я получил его во время службы Таносу, прежде чем предала его. На деле, это было уже в сопротивлении, на задании, где никто не погиб. Так. Ну-ка. Хотелось бы послушать про это задание, раз даже никто не погиб. История тебе не понравится. Почему? Она выставляет Карел не в лучшем свете. Вот как? Это было на исходе войны, когда сопротивление ослабло. Мы выбились из сил.
Совсем. Читаури это знали, Танос знал, мы все знали. Но вдруг Танос умер. Сперва мы решили, что это уловка, что таким образом нас хотят выманить из укрытия. Но когда стало ясно, что это правда, Карел решила рискнуть. Пойти на отчаянный шаг, чтобы закончить войну одним ударом. Нападение на Читаури Прайм. Ты говоришь про операцию по похищению королевы Инфанты. Только в изначальном плане ничего не говорилось про похищение. Карел взяла меня с собой за тем, чтобы я убила королеву. Что? Не может быть. Это трудно представить. Она горевала. Ты знаешь. Читаури убили ее мужа. Ее сына. Она жаждала мести, и я была ее орудием. Карел никогда не подняла бы руку на младенца. Не убила бы ребенка. Можешь не верить. Но она уже не та, что прежде. Как и все мы. Все изменилось. Может быть, дело в Нике. Короче, я отказалась, и мы победили без единой смерти. И, по не вполне понятным мне причинам, я прославилась как самая опасная женщина в галактике. Превосходно. Что заставило тебя предать Таноса? Сколько тебе было, когда он... 5. Да, он меня вырастил, научил всему, что я знаю. Что стало последней каплей? Что произошло? Я... нашла сопротивление. Что? Танос был одержим. Он дал нам с Небулой приказ, во что бы то ни стало, отыскать их. Мы без конца прочесывали галактику. Я нашла их первой и поспешила с новостями. А дома увидела, как он общается с пустотой. С некой леди смертью. Обычное дело. Я думала, что он любит нас. Любит по-своему. Но Танос не хотел восстановить равновесие в галактике. Он просто любил смерть, любил буквально. И готов был убить всех, даже меня, даже Небулу, для нее. Но ты не позволила. Нет. И вместо того, чтобы выдать сопротивление, примкнула к ним. Я даже не знаю, что сказать. А что тут скажешь? После войны я начала жизнь заново. И вот я здесь, развлекаюсь теперь вместе с вами. И я рад, что так сложилось. Но серьезно. Спасибо за откровенность. Ну вот и поговорили. Ну что ж, я думаю, на этом все. Я есть Грут. Ага. Класс, ты сделал загончик. Ты же не хотела лишить нас связи. Молодец, Грут. Выглядит прочным. А ей тут будет хорошо? Я есть Грут. Так. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока!